Прокуроры и обманутые дольщики ищут способ вернуть 36 исчезнувших квартир. Состоялась встреча заместителя прокурора Ленинского района Диомедиса Василиадиса и его коллег с дольщиками ООО «Саратовжилстрой». Речь идет о строительстве дома по второму Одесскому проезду, где 36 семей до сих пор ждут своего жилья. По версии граждан, руководитель компании, продавая квартиры с 2013 года, не ставил их в известность о том, что квадратные метры являются залогом в банке. Всего он продал 36 квартир на сумму 71 миллион рублей, а затем перезаложил уже проданное жилье в другой кредитной организации. По версии прокуратуры, сейчас существует два пути решения проблемы. Понуждение застройщика к выкупу жилья у банка и принудительное взыскание средств через суд. Представители надзорного ведомства подготовят проект обращения для каждого дольщика. Также прокуроры пояснили, что уже сейчас по другому объекту на Лунной проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Мы следим за развитием событий.